никто нам не поведал о блокаде, как девочка, чье имя Савичева Таня. Великий город взят в кольцо врагами, не разорвать стальные путы окружения. Зима и голод, и тайком от мамы она запишет в декабре «Не стала Жени». Январь. Выводит Таня. Бабушки нет больше. Вновь в марте запись Тани. Умер Лёка. Рукою слабой. Умер дядя Вася, запишет Таня ночью в 2 в сыром апреле. Вновь в дневнике неровный детский почерк. Май, запись. Днем сегодня умер дядя Лёша. Через 3 дня не стало мамы, скупая запись. Мама умерла в 7:30. Умерли все, никого больше нет. Девочке Тане 11 лет. Дневник в Ленинградском музее лежит. В нем каждое слово набатом звучит.